Точно нету? Точно нету? Решка ищет дисконтные карты. Мне бейсболку купить надо. Ты смотри, сколько у нее там карточек. Это еще не все, ребят. Да, сейчас бейсболку мне купим. У нее еще где-то там карточки есть. А у меня вообще целая коллекция. Какая-то Настя на костюме. А, да. Ну что, ребят, начинается уже вот-вот. Через две недельки уже учебный год. Поэтому пошли ребенку большому купить. Приодеть, да, мне бейсболку купить, а ребенку вот что-то надо это из одежды. Че, подошли, да? Вот, ребят, мы подошли, получается, в магазинчик, где я покупал бейсболки уже несколько раз. Сейчас посмотрим, что выбрать. Отдадим телефон Маришке. Темный синий, да, получается? Вот, ну, вот, они вот, были, если честно, светлых не было, только черные были, да, синие. Ну, вот зелененькая еще одна есть, но у нас сеточка есть. Ничего страшного, ничего страшного. Так, у нас сеточка есть. Что, Маришка, скажешь? Тогда я провалил свою карту. Ну, померить другую. Провалили? Так, может, вам потянуть сзади или нет? Она как? Не, она сбоку чуть-чуть парит. А есть вот чуть-чуть по не такая глубокая, вот Нью-Йорк. Вот она вот немножечко поменьше. А, давайте. Форматика, да. У меня глубокий не было, может, или красный? Они, по крайней мере, когда выгорают, не так ущербно потом выглядят. Они не успевают выгорать, у меня их такое количество. Да ты поаккуратнее на вас села, все равно, в любом случае. Такой или красный еще? Можешь красный поесть? И красный попробуйте, бордовый, да? Красный, да, у меня такой еще не было. А ты ее под чё красную хочешь? Под чё красную? Так можно сказать, не то, что под чё-то. Красное непривычно. Сейчас бордовый, да, цвет там будет. Штанишки бордовые, футболочки. Удобно то, что много расцветок на картинке. И надпись вот такая. Да, да. За счет цвет, того, что тут голубой и синий оно сливается. Да. Так надо взять. Это к классике, да, ближе? Да, это у меня как этот, как Аня на маленькой. Маленькая, да, вот она. Это как Коллинз у меня. У меня вот такие есть, так. Значит, необычные. Так не повторяла. Вот мне это? Вот это нравится. Думаешь? Не, ну тут, смотри, тут синий с голубым сливается, и надпись не так видна на фоне. А тут что скажешь? Я не знаю, выбирать как тебе. Это? Вам надо перед камерой проявить решительность. Что вас прежде всего интересует собственное мнение, которое в зеркале показывает. А все остальное это уже второстепенно. Любой кепке надо привыкать, день походит, и все, родная кепка. Она такая же еще есть вот в таком вот цвете. Я уже видела. Можно все-таки серый подъезжать. Может, давайте сюда посмотрим. Серенький есть вот этот с капюшоном, а эти без капюшона. Этот на костюшке, а эти сплошные. Да. Такой у нас только внизу висит костюм. Ну, вероятно, два за хоть раз говорите, что уже видели это. На первом этаже. Кофту подтяни кверху. Ну и ножки съелись, как бы нормально. Ну-ка. Так, спортивный костюм тебе надо было? Так вот он и есть. Он есть. У этой фирмы вот вся линейка, даже футболки. Вот тут вообще вот. Давайте еще футболочку сразу же посмотрим. Ни у кого такого, просто посмотрите вот по качеству даже. А есть... Крестами. А что она такого плохого делает? Тут что, есть, тут свастика, что ли? Есть белая, тоже хромовская. Есть белая, хромовская, с длинным... Белую и черную давайте выберем. Так, ну вот смотрите, по рисунку вам как бы должны сами понять. Пускай возьмет две футболочки, белую и черную. Бери, белую и черную, выбирай быстренько. Пока я тебе покупаю. Пока мама не купит. Да.
drowning. Feel like running away, but I'm staying. I need your love. В такой кепке я познакомился с Маринкой. Только была кожаная кепка. Да. Ну что, как сейчас? Вот смотрите, я вам сначала выписал все без скидки, чтобы все понимали, все прозрачно. Вот. Толстовочка 4200, это без скидки. Угу. Штаны 3800, футболка 3200. Общая сумма у вас 11200. Минус 15% я сделал. У вас получилось 9500. Скидка 1700. Я думаю, всем было приятно. Нет, не вижу. Здесь на этаже рядом с эскалатором. Это где, наверное, покупали те совенка? Позитив также называют. Это где совенок был? Да. Ну что, ребят, вот в такую бейсболочку я себе купил. Бейсболочка у меня вышла на 1000, а у Настюшки у нас костюм вышел со скидкой. На 9,5. Это получается штанишки. Кофта и футболка. Футболочка. Ну, это как раз спортивный костюм ей на физкультуру, не только так шарахаться. Ну и как, Настюша, у тебя впечатление? Я, конечно, пытался передать все эмоции Марине, потому что на камеру она их легко маскировала, а без камеры она сидела и искала чек, короче, на этом. Не чек, а ценник. Он на... сразу сказал, что это корейская, получается. Да, их пельми у нас практически вообще нигде нету, то есть они только завозят. Ценник дорогой. И они говорят, просто я вспоминаю, что мы Насте весной купили костюм, тоже очень дорогой, штаны и кофта вышло также на 9 или на 10 тысяч, а в итоге появились катышки, материал был очень плохой, я надеюсь, слушайте, что мы стоим, знаете, насчет против чего, ребята? Даже сами того не ожидают. Пошли письки посмотрим. Давайте не по мне. Да ладно, Стюша, это как бы это. Тихо, у нас это было. Это письки, это как бы игрушки такие. Как бы игрушки, они просто игрушки. И вот мы играем как шахматами мамой. Там. Пошли костюм смотреть. Надо пиджаки купить, получается. Мы сейчас купим пиджачок, получается. Да, пиджачок, еще что хотели мы купить. Мы покупали весной, мы там покупать не будем. Материал позорный, да. Мы пойдем, где у мамы офисные костюмы покупали, мы там пойдем купим. Это получается какой этаж? Второй. Ну, у нас написано, да, сейчас мы сходим. Зашли мы с Маришкой в такой прекрасный магазинчик. Название. Вот. Тут есть костюмчик с брючками, получается 7500, сейчас Маришка, Настюшка померит, Маришка одобрит или нет, да? Ты рассчитывала, если что, на такую сумму, костюмчик, честно? Не знаю. Фу, жадина какая, губи жадина. Представляете, там такой же жадина будет у нас, он две жадины дома будет, ух. Я вообще хочу Насте купить отдельно пиджачочек, да, получается, и брючки, или там черные джинсы подбирать. Да, вот я, да, я тоже. Oh.
4900. Но он у меня остался последний, поэтому небольшую скидочку смогу сделать. Совсем небольшую. Но, тем не менее, к этому пиджаку, если что, я могу вам предложить вот такие вот брючки. Ребят, смотрю на себя, Варенька, говорю, ну, явно не 20 лет выгляжу, такой взрослее стал. Варенька говорит, у тебя уже ребенку 16. Могла бы сказать, ну, Саш, ну, 25 от силы. Хорошо. Нет, даже не 20. Побольше размерчик, да. Ну, а так, ребята, вот на свои 25 как выгляжу? Пишите в комментариях. Девчонки, на зло Маринке пишите в комментариях, как я выгляжу. На 25-то есть? Вот скажи, 25 с плюсом. Нет. 25. Ладно, признаюсь честно, 24. Ребята, вот сейчас мы были в двух магазинах, и я вам скажу, что стереотип вот этот, что нельзя снимать, он уже ломается. Потому что нас встретили в двух магазинах просто прекрасно, и осталось ощущение такое прекрасное, что, блин, ну, всем пофигу на тебя. Все живут как бы своей жизнью, но в то же время борются за клиента, да? Все, сейчас мы сходим на четвертый этаж, посмотрим еще там. Но если там не найдем, скорее всего, мы там не найдем. Купим здесь, получается, пиджак 5000, да, но на него сделать скидку. Ну, на него скидку сделать, она сказала, небольшую. Я думаю, 1100 рублей она скинет, не больше. И 2900 стоит брючки. Ну и она у нас получается одета уже. Потому что у нее дома также есть и брючки, и все. Но мы как бы решили сюжет. Еще блузочку надо, да, получается? Mm-hmm. Хорошо? Да, ребят, вот мы нашли этот магазинчик, где покупали Маришке раньше костюмчики. Сейчас мы зайдем и посмотрим Насте. Они полностью да, перешли, получается, на такую школьную форму. Посмотрим сейчас на Настюшке, найдем что-нибудь. К сожалению, ребята нас разочаровали. Получается, сейчас все на детишек. Ну, вот видите, как на школьников получается. Здесь шьет. Ну, сейчас посмотрим, может быть, блузка для Настюшки. Вот там выбирают. Девушка сейчас подскажет. Ну, блин, хороший магазин был. Ну, сейчас он как бы для детей, потому что они шьют сами. Шьют качественно. Маришка на работу себе, когда работала в банке, покупала здесь постоянно костюм. Sky and just waiting for a sign. Some they are
certain of what awaits them when it all ends, but I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century, or will I be forgotten like dust in the wind, or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. Part of a grand master plan. Will I be washed away like the lines in the sand? Так, что у нас вышло по денежке? 7400. 7400. Нам еще сделали скидочку, получается. Да. И вот у нас вышло 7400. То, что вот так вот. Мы здесь нашли только, получается, вот такой вот Настя вариант. Хотя, да. А блузочку взяли в том, как раньше где Маришка покупала, получается. Но они сейчас, к сожалению, ушли на детскую одежду, то есть больше шить на эти, да, получается, объемы. Маришка выбрала такую вкусняшку. Получается, Настюшке 3 шоколадочки такие взяли. Сейчас палат ударим. А также здесь внизу у них, в этом торговом центре, получается. Тебе? И тебе. Ах, она задина. Задина, задина. Затем два. Мы уже посчитали. Так, а где маленькие шоколадки? Одна моя шоколадка. И вот кофе. Латте получается тебе. Ты всем без сахара взял? Да. Тебе? Не, вот стаканчик у меня в этом месте. Стиль. Смотри, какие девки не жадные. Маринка мне шоколадку подвигает, я говорю, за что? Он говорит, за пончик. Настя из кармана, из глубоких штанин достала. Чего это там внутри? Пончики? Пончики, что? Нет. Не в кармане. А, шоколадка. А, у меня сгущенка. А у меня теперь 3 шоколадки, одну я уже схавал, осталось еще 2. Но я буду трудиться. Я буду стараться. Через 3 года у тебя появится муж, вот пускай он тебя одевает. А так он может сейчас спокойно, как он девочку сейчас мы встретили, 15 лет, с животиком идет. Что, считает себя взрослыми, да? Так, мы обувь. Ребят, пришли мы обувь. Тут самый нулевой этаж получается. Пришли мы посмотреть обувь. Распродажи рикер. Зайдем сюда. Рикер есть этот. Да. Карточка. Карточка, да. 38 есть написано. Красненький еще такое написано. Рикер? Что произошло? Это что, из чего сделано? Германия. Ну, я говорю. Другие красивенькие. Я вообще балдею. Просто смотри, как зъем классненький. Удобные они, в них бегать во-первых, удобно. Серенькие. Ну, серенькие под что? У него, во-первых, дышать нога будет, смотри, вот они, видишь, какие они, как получается, дырчатые, кожаные, дырчатые, видишь? Не, я такие же вот эти вот говорю. Очень классные. Это вот как раз, это даже не, это как раз вот идут вот эти, которые называла эта женщина, как они называются. Только те со шнуровками. Да, 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 это как Оксфорды. Прикольно смотрится. Давай померяем. Просто померь, вот мне очень нравится. Ну, не знаю, ты, у тебя, может быть, свои какие-то там это предпочтения, я это не знаю. Вы же как бы модные люди. Модные. Да? Вон зеркало, вон там, посмотри. Ага, посмотри, пожалуйста, зеркало. Большое? Да. А поменьше размерчик есть? Но сильно большое? Оно 39, а мне кажется, больше. Какие красивенькие. Не знаю, мне вот нравится, но ты хочешь, если ищи другой какой-то вариант. Мы еще посмотрим. Нет, ты что, это какие-то бабушкины вообще. Тут-то видно, что прям даже разрез идет, а не видно, как это идет этот протектор сбоку. Они как такие еще подняли, считай, на 1-1.5 сантиметра ее подняли. То есть они как с изъемом таким идут. Вот такие можно, как у девушки. А у нее закрыто есть такого типа, такого да. У нас дома. Вот ребята, вот видите, да? Вы говорите, дайте им волю. Да блин, они воля будут ходить день искать и ничего не найдут себе.
Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the dark... Ну что, ребят, сейчас мы проведем эксперимент. А Настюша как мама. Ну, то есть характер-то, в принципе, похожий. Она сказала, да, нравится, но мы сейчас походим, еще посмотрим. Поэтому я им дал полностью сейчас выбор. Вот, и мы сейчас посмотрим, что она будет выбирать. Она хотела на каблуке что-то. Или на большей платформе. Ну, мы сейчас дадим возможность. Пускай она повыбирает, а я засниму со стороны, как бы, что она выбирает. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living? Телефон от ней привязанный. Mm-hmm. Ну, чтобы это уже искать там было, да. Сделан, да. Мы уже им не пользуемся лет 5, наверное. Настюша, ну скажи мне, что? 144 окончания, да? Да, да, да. Наверное. Там 909 было или 900 какой-то. Билайновский был, наверное. Да, да.
Вот за этими мы осенью ходим. За этими. Либо синими, либо черными, точно за ними. Я тебя потащила с ними. 203 рубля. Ну что, Настюш, какие купила в итоге? Расскажи папе. Волшебные. Что, носочки вот такие взяли. 100 рублей. Мария Николаевна, какие мы выбрали? С которых начали, к теме вернулись. А что вы это, столько обошли магазинов и что? Не нашли платформу выше. Понятно. То есть изначально вернулись к тому, что я это посоветовал. Вот ребята, видите, у них самостоятельный выбор. Да с тобой вообще не по самостоятельности. Настюш, твой самостоятельный выбор просто. Мой самостоятельный выбор. Девочки, вы уже убрали носочки, да? Что-то у меня. Да. А что вот такой вот магазин Меркурий? Закупились обувь, получается, носки. Осталось только купить книжечки. Я сейчас такой иду, эта девушка такая, ой, как уши закладывает. Я такой про Маринку думаю, блин, сейчас Маринка стопудово так скажет, выходим. Она такая, блин, как уши заложила. Ну, потому что находимся в подвальном помещении, там, видите, сзади женщина у нас. Сейчас сделали подарочек. У нас было две карты Меркурия. Маринка, покажи, какие карточки. Вот такая, мы их там лет уже, наверное, 5 или 6 они у нас были. На одной просто 7%? Максимально, да. 5. И у нас... мы их все время путаем, они визуально-то одинаковые. Да, и в итоге как бы, девушке говорю, что делать с карточкой, которая на 5%? Она говорит, подарите кому-то, я поворачиваюсь, эта девушка сидит. Я говорю, девушка, это подарок вам. Она говорит, спасибо. Я говорю, да не за что. То есть такое доброе дело сделали. Мы на самом деле еще одно сделали доброе дело. Подарили карточку на 3 кофе, да, бесплатных? Нет, не на 3 кофе. А сколько? Карточка, вот 3 кофе там надо было еще 2 докупить, и у них получается бесплатно, да, выйдет? 7-я бесплатно, еще 3 им докупили. Мы сейчас кофе где покупили. Я говорю, Маринке, все равно мы сюда больше не вернемся, как бы, в плане того, что мы тут кофе не пьем. Поэтому там пара стояла семейная, мы им подарили. Они, ой, спасибо, я говорю, да не за что. Так что, помимо того, что мы сделали дочери сегодня приятные такие подарки, купили все, мы еще сделали два добрых дела. Я когда ехала, думаю, Настя, ну максимум точно 10 что-нибудь купим. Да, в итоге. У меня вышло в 25. Ну, короче, мы сегодня сейчас посчитаем и вам, соответственно, человек покажем, как нынче ребенка к школе одевать дорого. 9 класс. Ребята, меня к школе одевали, я вспоминаю, вообще вот просто... Вот сказать, что много купили, не сказать. Цены конские, ребят.